На площади перед центральным рынком сегодня все могли увидеть выступление народного хора «Русская песня». Руководит им заслуженный работник культуры Татьяна Пастер. В репертуаре накануне 9 мая песни военных лет. Здесь звучал майский вальс, а в помещении ресторана, где чествовали ветеранов центрального района, вальс другой из кинофильма «Московская сага» на музыку Александра Журбина «Тучи в голубом». Одни не могли усидеть на местах, другие подпевали. Мы готовимся серьезно к проведению 72-й годовщины со дня победы над фашистской Германией. Это идет благоустройство района, цветочное оформление, реконструкция или после зимы подделывание тех памятников, мемориальный комплекс мы приводим в порядок для того, чтобы наши ветераны достойно встретили, поклонились погибшим нашим героям в тех мемориальных комплексах, которые есть на территории центрального района. Конечно, все, кто выступал перед ветеранами, желали им в первую очередь здоровья. В подарок каждому герою еще и праздничные продуктовые наборы. Это люди, которые ценой своей жизни защитили нашу жизнь сегодняшнюю, благодаря которым мы сегодня живем, трудимся, благодаря которым есть сегодня мир на земле. И это самые дорогие, это самое... Самая такая, еще раз скажу, золотой запас нашего общества.